улицу, которая параллельно морю идет. Первая, там, где находится Walking Street, а вот она вторая. Сейчас идем во второй. Мы сейчас идем во второй отель. Он находится здесь рядом. Пешочком. Потому что постоянно пути останавливается. Выехали мы в Паттайю, в центр, Walking Street. Это только начало Walking Street, да еще не Walking Street, можно сказать. Сейчас мы туда зайдем дальше. Здесь она начинается от порта и дальше идет улица. Всякие клубы, рестораны, бары, трансвеститы, алкоголь и так далее. Сейчас вам понемножку покажу. Техника безопасности на Walking Street. Ну, можно ей, конечно, не пользоваться, но лучше постраховаться. В барах не пить открытые напитки, просить закрытые, ну, тогда точно вам ничего не подсыпят. Принесли закрытую бутылку, вы ее открыли и выпили. Не курить ничего, не принимать наркотики. За наркотики здесь смертная казнь. Почему наркотики нельзя здесь покупать? Потому что, как правило, здесь делают подставы, так называемые. Вам подходит драг-дилер, предлагает там марихуану или еще что-то. Ко мне уже подходил, говорит, давай марихуаны, там еще что-то. А вы покупаете, 2 метра проходите, и вас полиция останавливает, досматривает, находит наркотики, требует взятку. И если вам не хватит денег на взятку, то вас посадят в тюрьму и со всеми вытекающими последствиями. Здесь вот канализационные люки, и запахи здесь такие, что такие же отвратные, как и были раньше. Эти салоны предоставляют секс-услуги, такие как на сцене занимаются любовью, раздеваются, XX-шоу так называемые. Здесь вот стоят люди, они показывают прайс-листы, вы смотрите, если вам
цена устраивает и интересно то, что здесь показывают, платите, идете. Ну, это так называемые стриптиз-бары, прямо на барной стойке танцуют девочки или мальчики. Цены на... Я зашел в пару баров, цены начинаются за соки 120 бат, это $4. Ну а там коктейли от 190 и выше, 200-300 бат. Что вы будете пить? Вот смотрите, там тусовка, шум, гам. Мы попали в ресторан, ну вот я прошел, вам показывал. И здесь уже тишина, и вот вид на море, морепродукты можете заказать, цены я вам там немножко поснимал. То есть Паттайя — это такое место разное. Хотите вот такого веселья, пожалуйста, хотите тихого, спокойного, это здесь или туда дальше, уже за Walking Street. Вот мы вышли с вами с Walking Street, мы начали от порта и вышли сюда, и здесь уже транспорт движется. Поэтому я, в принципе, вам практически весь его показал. Смотрите, здесь стоят байки. До нашего отеля, он далеко находится, стоит 300 бат на двух человек. Поэтому они прямо вот Walking Street начало, и вот они здесь. Наверное, 24 часа, без проблем до любой точки вас довезут. Но это экстрим. Не разрешил он мне поснимать его, хотел вам показать, как они выглядят. Они в жилетках таких специальных красных, ну вот они сзади, видите, стоят. А вот он пляж. Здесь, видите, много яхт. Это буквально 300 метров от начала Walking Street. Возле самого порта есть клуб Nix. Вот, в принципе, я когда-то, когда здесь был первый раз, я был в нем. Хочу сейчас зайти, мне очень интересно, что там сейчас на самом деле. Мне разрешили снимать. Ну, раньше здесь такая хорошая движуха была. Сейчас, видимо, не сезон, хотя в прошлый раз, когда я здесь был, тоже был октябрь, начало сезона, но протолкнуться здесь было невозможно. Сейчас я вам показал, там практически никого нет. Но и на Walking Street видно, что людей много ходит, а вот именно на танцполах, видимо, мало. Ну и может еще рано, сейчас 10 часов только. Обычно здесь самое движение, там часов 12 начинается. Поэтому как-то так. Ну, вот здесь мы тоже были, здесь есть кальяны, 500 бат стоят. Когда были разрешены, говорят, ребята, стоили по 100, сейчас по 500. Такая комнатка есть небольшая, где можно покурить кальян. Прикольно. Мы здесь были. Я поговорил с представителем кальяна, с парнем, с русским. Он рассказал, что, ну да, тусовка вся начинается с 12 до часа. Сейчас полный тухляк, никого нигде нету. Нормальные клубы, если именно потусить, такие дискотека, потанцевать, это Insomnia, Panda, 808, Люцифер. Ну, это он то, что порекомендовал. Руса Туриста, ну и они микс, короче. А если вы любите живую музыку, то вы просто-напросто идете, видите, что-то понравилось, занырнули, там, коктейль взяли, или даже можете ничего не брать, посидеть там, послушать немножко и пойти дальше. Ничего не поменялось, но все как было. То есть у них, вот как мы были тогда 9 лет назад здесь, в этом клубе, танцпол круглый, он так остался, кальянная. Мне кажется, они даже обивку ничего не поменяли. Вот он, клуб Mix. Мне кажется, Паттайя, она вот зависла в каком-то времени, так она и висит в нем. Ну, больше клубов там, огней становится. Все практически одинаково, как было раньше. Даже гитарист, который 9 лет назад там играл, он там же и сидит. Ну, вот я шел туда, его не было, назад он уже сидит и с гитарой там что-то будет сейчас играть. Вот он, Руса Туриста, то, что парень не говорил, что, ну, русские здесь отдыхают больше.
Это был клуб Люцифер, ну прикольный такой, очень стильный. Когда здесь тусовка, конечно, весело, но сейчас пока людей нету, скучно. А вот еще этот клуб, который парень говорил, что 808, что тоже хороший. Your voice echoes in my mind.